Ну, что я вам могу сказать? Лучше гор могут быть только горы, на которых есть заведения, где можно поесть. Во Франции все заведения либо маленькие, либо очень маленькие. Вы видите, да, 1,85 м – это примерная высота потолка. Все остальное чуть шире. Тем не менее, это не мешает французским кулинарам добиваться выдающихся результатов. Сейчас Сесиль приготовит нам перекус из яиц местного сыра с добавлением картошки. Чтобы вы понимали, в мире существует только три кухни – китайская, мексиканская и настоящая французская. Повсюду! Хочу сказать несколько слов о съемочной группе. Дело в том, что оператор, который меня сейчас снимает, родился в Беларуси. И когда он увидел картошечку на сковородочке, то, безусловно, обрадовался этому обстоятельству. И теперь он покажет крупный план этой картошки. А вот замечательный сыр, похож на камамбер. Роблешон. Некий сорт местного сыра, который прибавляет дополнительную нотку вкуса к этой яичнице. Напомню, что помимо яиц, там есть два вида масла, которые смешаны друг с другом. Местный сыр и картошка, которая так нравится нашему оператору. А пока яичница сжарится, уже на специальном блюде красиво лег салатик, который сбрызнут сверху специальным соусом, и яишенка занимает свое достойное место на этой тарелочке. Выглядит замечательно, особенно высоко в горах, где мы с вами и находимся. Сесиль, what is the most popular dish in your restaurant? Я спросил у Сесиль, какое блюдо наиболее популярно в ее заведении, и она сказала, безусловно, омлет. Потому что несколько яиц восстанавливают ваши силы, потерянные во время спуска по горным склонам. Мы, конечно, воспользуемся предложением Сесиль и насладимся сейчас этим блюдом. А ее поблагодарим от всей души. Merci. Но не яйцами едиными жив человек. Конечно, находясь во Франции, невозможно обойтись без вина. Причем не просто вина, а вина местного, приготовлено специальным способом для того, чтобы горнолыжнику восстановить силы на дистанции. Вино находится вот в этой огромной кастрюле, а помимо вина там есть особые ингредиенты, и мы сейчас узнаем, какие. И вот мы видим, что там есть веточки ванили, веточки корицы. Бадьян, так и называется, очень хорошо. И, конечно, есть лимон, есть апельсин. Все ингредиенты вы слышали. А еще вам потребуется большая кастрюля и 30 часов времени для того, чтобы вино дошло до кондиции. Приятного аппетита. Приступаем к самому важному и ответственному моменту – поеданию пищи. Как правило, этот эпизод оставить за кадром, что, в общем, и правильно. Но обещаю, через паузу я расскажу о вкусе этого блюда. А пока – санте! Выполняю свои обещания. Омлет был восхитительно хорош. Удивительная история, которая происходит с французской кухней. Из обычных яиц и необычного французского сыра можно приготовить настоящий деликатес. Я готов к новым спускам. Французская кухня – это не только еда, но и вино. А специалисты по вину называются сомелье. А лучший сомелье в этой эре зовется Женя. Правда, если он вам скажет свое имя полностью, запомнить его может только он сам и его родители. What's your name? The fool. The fool one is Jacques Chrysostom. Вот и все. Конечно, человек с таким именем знает про вино. Все. И сейчас нам будет предложено продегустировать несколько видов вина, одно из которых лучше другого. Right? That's it. Let's go. I'll say the same thing. So the second review. We're gonna try tonight. Если коротенько пересказать содержание этого рассказа, то сейчас нашему вниманию будет предложено вино с сильным вкусом, с нотками дуба,
нотками каких-то растений, которые произрастают в этих местах, немножко фруктового вкуса и почему-то каких-то животных. Я предположил, что эти животные маленькие, и животно-растения. И, безусловно, получил от Жени подтверждение, потому что он обладает не только знаниями о вине, но и большим чувством юмора. На самом деле, пересказывать вкус вина могут только сомелье. А даже самый талантливый переводчик ничего не может с этим сделать. Поверим человеку на слово и попробуем этот напиток. Можно попробовать? Let me try. Yeah. Right. Как говорят, вино должно немножко подышать, а мы должны подышать вином. Да, Женя говорит, что вот эти вот животные нотки, на самом деле, это запах кожи, потому что вино хранилось в мехах и, соответственно, приобрело соответствующий оттенок. Ну, что я вам могу сказать? После спуска с горы этот напиток весьма гармоничен настроению человека, который совершил вот это. Знающие люди утверждают, что напиток надо пить в той стране, где он произведен. Ром надо пить на Кубе, портвейн надо пить в Португалии, а французское вино, конечно, во Франции. Здесь оно по вкусу принципиально иное, чем в любой другой стране мира. Рокфор. Рокфор. Я? Good choice? Ну что, праздник французской кухни продолжается. Это вечер. Мы находимся в одном из самых известных заведений в этой местности, которое специализируется по мясу. Вот любопытный французский юмор. Речь идет о степени прожарки мяса. Слабо прожаренное, прожаренное среднее. Так, минуточку, подождите, что вы делаете? И совершенно убитый кусок. Речь идет о том куске, который прожарил как следует. Французская кухня знаменита на весь мир. И основная проблема для людей, которые отдыхают на альпийских курортах во Франции, заключается в выборе заведения, где провести вечер. Заведений здесь несколько десятков. И каждое из них предлагает что-то свое и интересное. Сегодня мы выбрали ресторан, который специализируется на мясе. Но, конечно, французская кухня открыта для всего мира. И мясо здесь с разных концов света, но приготовленное умелыми французскими руками. Впрочем, вы и сами это видите. Любопытная особенность этих заведений во Франции заключается в том, что они очень маленькие и очень компактные. Тем не менее, вмещают в себя достаточно большое количество народа. И особое, конечно, уважение вызывает мастерство кулинаров. Они готовят на ваших глазах, готовят быстро, готовят вкусно. Именно поэтому в этом заведении практически нет свободных мест. Согласитесь, истинное удовольствие наблюдать за работой профессионалов. Повара настоящие готовят не только вкусно, но и красиво. Эстетически безупречно выглядят блюда.
выходящие из-под их рук. Симпатичная девочка готовит симпатичные блюда, которые потом с удовольствием поедаются посетителями. Время наших блюд еще не пришло. Сказать. Вот великолепное преимущество, когда вы ходите в ресторан большой компании. Можно выбрать блюдо из всего списка и потом попробовать каждый свое, ну и, конечно, поделиться с товарищами. Мы сейчас ровно этим и займемся. А всем остальным приятного аппетита! Тренировка позволяет подготовиться к поездке в горы всего за 10 дней и наслаждаться отдыхом. Мы тренируемся каждый день, развивая 10 основных показателей. Три из них являются важными – сила, выносливость, координация. Хотите стать стройным и красивым? Присоединяйтесь!